Даже и не верится, говорят жители, что еще совсем недавно на месте этой ухоженной клумбы был запущенный газон. Ради этого молодые активисты усердно трудились в течение 2 недель. Признаются, самым трудным было столкнуться с пессимизмом горожан. Многие говорили, что цветы будут выдернуты в следующий же день, зря вы все это делаете. Но мы верим в жителей района и верим, что эта клумба продержится до следующего года. Хотелось бы, чтобы жители города тоже помогали нам с этим. Но большинство жителей все же рады переменам и надеются, что таких цветочных оазисов станет больше. Слушайте, это самое главное. Делать из планеты загрязненной цветущую – это самое большое дело жизни. Поэтому я рада за наших ребят, хочу их искренне поздравить и пожать им их руки, что они сделали замечательное дело. В администрации Ленинского района Самары уверены – это только начало. Общественные проекты по благоустройству города обязательно будут поддерживаться и развиваться. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События.